Первая игра на новом стадионе. После открытия футбольного поля в Красных Читаях состоялся товарищеский матч. Репортер программы «Республика» Рифат Фаткулин наблюдал и говорит, что непрофессиональные спортсмены, конечно, не могут дать фору звездам футболу. А вот у кого больше азарта, готов поспорить. Точные пасы, опасные моменты и активный прессинг. Схватка за мяч развернулась с первых секунд. Матч 2 тайма по 15 минут. Игроки «Единой России» в синих футболках, справедливые в желтых. Первые сразу вступили в борьбу за мяч. Атаки прерывал свисток арбитра. После вбрасывания вихрь яростных атак с новой силой на поле. Игра напряженная, матч хоть и товарищеский, но футболисты не хотят уступать друг другу. Дальний удар и гол. Единороссы выходят вперед. 10 лет назад играл в Чебоксарах, больше нет, не играл потом. Нравится играть? А? Гол забить как удалось. А я умею забивать такие. Вратарь единороссов говорит, новое поле с искусственным покрытием, как Крым для туристов, одно удовольствие. Раньше вы считаете то, что мы как бы на улице это играли, получается, а по сравнению с тем, что это небо и земля, разница большая чувствуется. Все равно то, что вот сейчас, смотрите, играем, и в кроссовках можно побегать, и в бутсах, и в сороконожках. Вот игра, в общем, в удовольствии. Во втором тайме зрители порадовали целой серией голов. Мне бы очень хотелось, чтобы молодые люди не только для спорта больших достижений приходили сюда, но мне бы очень хотелось, чтобы вот эту доступность данного стадиона обязательно использовали для укрепления своего здоровья, для укрепления духа, для развития своей физической силы, просто для здоровья. Футбольная площадка 100 на 70 метров. Теперь здесь можно принимать турниры республиканского уровня. Рифат Фаткулин, Павел Ракитин, «Республика».